Вот, смотрите. Это первая воронка была. А вот это еще одно прямое попадание было. Это в самом начале было, да? Где-то? Нет, нет, нет. Ну, вот оно периодически у нас. По дому, это кто, украинцы же обстреливали? Конечно, наверное, конечно. Да, или россияне не обстреливали. Нет, российские не ЛНР. И до сих пор продолжаются, да, я слышу? Да, сейчас уже их здесь, на территории города, нет. А они сейчас в Лисичанске. С Лисичанска, а Лисичанск на горе находится. Угу. Вот и оттуда поливают нас этими сюрпризами.